показан план строительства завода «Мирон». На данный момент предприятие насчитывает 137 лет со дня его основания. Количество работающих 1452 человека. Оно является градообразующим и на данный момент специализируется на выпуске изделий из стекла и хрусталя. И новый продукт – это минеральная вата. Здесь два конвейера. Верхний – это идет маты, которые потом сворачиваются, коэффициент сжатия 1:7. Это вот что начальник производства. Здесь управление всей холодной частью линии. Весь процесс можно контролировать с этого компьютера. То есть я могу следить даже несмотря на линию. Есть везде датчики, которые показывают, в каком положении находится вата. Но надежная машина, да? Да? Здесь двухслойный хрусталь. Часть окрашена кобальтом, вот это синяя, а часть окрашена, опять же, синяя. Вот это изделие в рознице можно продать? Мы его продаем где-то за рублей 200. Если упаковать, это прекрасно. Прекрасно. Все выдувается по отдельности. Он собирается где-то около 2 месяцев один корабль. Но они тоже продаются. Очень дорогой подарок. Здесь осуществляется отколка колпачка методом сербоудара.